История духовной жизни Брещины стала центральной темой открытой дискуссии. Порядка 300 человек, представители епархии, общественных организаций, ученые, студенты, краеведы и просто брещане, интересующиеся историей города, обсудили вопросы, касающиеся влияния религии на политическую жизнь общества в разные периоды существования православия. Не хлебом единым должен жить человек, но и верой, духовным трезвением, духовным бодрствованием, духовным совершенствованием. И, конечно же, она показывает нам о том, что мы должны помнить свое прошлое, потому что тот, кто не помнит прошлого, у того нет будущего. И извлекать правильные уроки из того, что из той истории, которая была здесь, на этой территории. Представители Брестской епархии стали идейными вдохновителями проведения международной конференции «Православный Брест. Тысячи лет дорогой веры». Именно она закрывает большую программу, подготовленную духовенством в год тысячелетия. Ведь такие важные даты – это повод вспомнить все то, что пришлось пережить православным для укрепления веры, и понять, как много прошли люди для того, чтобы мы имели свободу вероисповедания, возможность посещать храмы и молиться. Сегодняшняя конференция, она будет носить и определенно нравственно-воспитательный характер. Почему? Потому что мы должны как никогда правильно преподносить нашей молодежи ценности современного мира, правильно их воспитывать, направлять. Для чего? Для того, что они будущее нашего города, им строить и развивать город дальше. И ценности моральные, этические должны в этом созидательном процессе быть на первом плане. Поэтому молодежь должна быть сегодня вместе с нами. Тепло и сердечно в Бресте встречали представители Православной Церкви Польши, которые с удовольствием приехали на такое важное мероприятие. Мы здесь имеем возможность обменять мнениями и даже представить новые факты, исторические факты, которые, конечно, неизвестны всегда в историографии белорусской или историографии польской. И поэтому мы должны обменяться этими новыми течениями в историографии и показать тоже, как можно совместно работать, выращивать разные проблемы по истории нашей культуры, истории нашей церкви. Конечно, мы стараемся, чтобы поддерживать наши связи, потому что и вы к нам приезжаете, и мы тоже дорожим о этих связях, о этой дружбе. Тем более, что у нас не только то же самое, похожая история нас соединяет, тоже и вера православная. Международная конференция стала еще одним шагом на пути укрепления взаимопонимания между православными Беларуси и Польши. Такие встречи позволяют пролить свет на малоизученные факты, а также дают духовную пищу для переосмысления и обогащения.